сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша, сюда иди. Лондон! Париж! Португалия! Полета, и мы приземлились во французском аэропорту города Париж, Шарль-де-Голль. В общем, вышли мы из электрички. Должны были пересесть на метро, но как получилось, что мы вышли, сели в этот троллейбус, проехали за станцию, которая нам нужна. Заняли хозяйки квартиры, потом друг друга поняли, но сейчас придет ее муж за нами. Придет нам у нас в жилье. В номера. В номера. В номера. Но нас привели в очень маленький номер. У него дверь как у солярия. Это важно. А что, парни не зашли? Че, парни не поняли? Пойдут в наше жилье, а мы просто здесь останемся. Мы заехали. Комната раз. Я нашла кофеварку. Там ванна. Она не работает. Кухня. Здесь кухня. Почему кофеварка? Почему она там? Давай сварим кофе. Сварим. Комната номер два. Из нашего окна Эйфелева башня видна. Ну, в общем, вон она. А вот здесь у нас птенцы живут. Почему-то. Мы очень сильно проголодались, да? Да. Да, да, да. Сожрём. Хотим найти супермаркет и купить пельмени. Да, сожрём. Ура, мы взяли еды. Мы взяли еды, но готовить ее не будем. Взяли готовую еды в банку. Будем ее вскрывать и есть, а готовить будем завтра. Ну и вина взяли. Бордо. Недорогого. И у меня есть. У нас больше. Мы поместили сюда все-таки вчетвером. Я 80 килограмм. Я меньше. Нормально вчетвером. Просто так вот. За приезд. Давай, за приезд, бахай. Давай. Ура, товарищи! Ура! 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 А что, ура? Париж, 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 Париж. О, Шарль-де-Голль. Ария, Дария. Поехали! Но пол первого ночи мы добрались до главного символа Парижа, до Эйфелевой башни, которая была построена в 1889 году, как несложно догадаться, по проекту архитектора Густава Эйфеля. Высота конструкции 318 метров, вес всей этой металлоконструкции, если не ошибаюсь, около 10 тысяч тонн. И здесь на ней находится 2,5 миллиона заклепок металлических.
завтра на нее заберемся. Да? Да, да, мы то, что цены знали, 15 евро стоит на самый верх. И завтра... Предлагаю шампанскую, короче. 15 евро это на лифте, мы поедем без лифта пешком. Пешком 9.50. Давай. Париж! Париж! А ты уже снимал? Раз, два, три. Париж! Раз, два, три. Ёлочка, Париж! Бонжур, мадам. В общем, доброе утро. Проснулись. Они с Пашей еще спят. Дадим у нас булочного. Купили круассан. Пойдем пить кофе. Свежий французский круассан. Стоимость 1 евро штука. В принципе, нормально вообще. Да? Вообще нормально. Вообще нормально. Дешевле, чем в Лондоне. Круто. Да. Поели, собрались, высушили волосы. Мика, у нас нет пена. У нас нет пена, зато у нас есть плойка. Смотри, сейчас суплю. По лицу так. Так, да. Кого-нибудь убьем. Так что, мы хотим пойти на Эйфелеву башню опять. Ну, на нее. Теперь днем. Вверх пойдем. Залезем. Из-за Марсель-Марсо ей что-то говорил. На лифте, это в другой колонне, 9.50, да? Перед второго уровня 15 уровней, 15 евро на самый верх. Идем дальше.
Пролетел ступенек. Билеты все-таки проверяют. Ну, в принципе, второй смотровой площадки вполне хватит. Там все то же самое, только поменьше. Да, как бы. Здесь отсюда видно больше. Конечно. Площади Тракадера. Татю. От собора Парижской Богоматери, или как французы называют его, Нотр-Дам-де-Пари. Построен был в период между 12 и 14 веком. Особую известность собору в свое время принес писатель Виктор Гюго, насколько вы знаете. Благодаря ему в свое время было привлечено множество туристов, и собор начал реставрироваться, ремонтироваться, ну, в общем, поддерживаться в порядке. Вот туда.
Там вот, собственно, очередь вот идет такая, вот там идет такая очередь, идет. Пригнись, Паша. Идет прям такая вот. Тебя сейчас было слышно, кстати. Вот, она как бы идет, там вон, там вон, там вон, там вот начинается. Пошел дождь.